Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня я для вас буду петь одну прикольную песню. Песня называется «Сжатый спад». После школы я сразу поступил в институт. Поселили меня в общежитии тут. Про общагу я вам хочу рассказать. Расскажу все, как есть, как же хочется жрать. В подвале есть душ, воды только нет. Там же шифры хранят и старый мопед. В общаге весело очень, можно песни орать. И там у меня есть друзья, но всем хочется жрать. Разные дела сосед налюбили отец. Привезет нам картошку и холодец. Прикинь, через час нет картошку и холодцов. И всем этажом ждем снова отец. Есть девчонки у нас, с ним ходим гулять. Провожаем до дома, у них есть что пожрать. И все это на уху мне трудно воспринимать. Потому что все время дед не хочет сожрать, все время мне хочется спать. Я на лекциях сплю, в перерывах сплю, в разговоре деканов я даже дремлю. Потому что одна не дает мне нормально поспать. Потому что все время мне хочется жрать. Жрать и спать, жрать и спать, хочу каждый момент. Я типичный российский общажный студент. Я типичный российский общажный студент. В каждой комнате есть один туалет. Нам ни к чему продуктов-то нет. Ну, нам ни к чему продуктов-то нет. Есть мечта у каждого студента, рот свой хлебом забит, майонезом залит и 5 лет как ходит. Жрать и спать, жрать и спать, хочу каждый момент. Я типичный российский общажный студент. Я типичный российский общажный студент.